Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Вот и наступил второй вечер нашего оперного фестиваля имени Леонида Собинова. Немножко забегая вперед, скажу, что этот фестиваль посвящен большой музыкальной дате, и 21 апреля у нас состоится концерт, тоже посвященный этой дате. И будет выступать лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной филармонии Николай Кузнецов. Будет исполнена вторая симфония Рахманинова и второй концерт для фортепиано с оркестром. Ну а сегодня мы с вами вспоминаем большую дату. 1 апреля этого года исполнилось 150 лет со дня рождения великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. И наш фестиваль посвящен ему. Наш автор проекта оперного фестиваля Владимир Ким и все участники концерта хотели показать разные стороны творчества великого композитора. Вот в первый день фестиваля мы насладились его романсами. Ну а сегодня мы приоткроем страницы оперного и симфонического творчества композитора. Начало 20 века. Сколько новых музыкальных лиц появляется. Скрябин, Рахманинов, Собинов, Шаляпин. Их имена стали синонимами вершины русского музыкального искусства начала 20-го столетия. Собинов и Рахманинов. Они были ровесниками, и их часто судьба соприкасала на сценах европейских и русских оперных театров. Рахманинов даже посвятил 5 романсов Собинову, ценя его легкий, полетный и светлый по тембру голос. А Собинов репетировал одну из партий оперы «Олега». 1893 год. Большой театр готовит премьеру. Это опера «Олега», еще мало кому известного автора. А автору на тот момент исполнилось всего 19 лет. Это был Сергей Рахманинов. 1892 год был для него очень важным. Он блестяще заканчивает Московскую консерваторию сразу по 2 специальностям – фортепиано и композиция с золотой медалью и досрочно. Дипломной работой по композиции стала одноактная опера на либретто Немировича Данченко «Олега». «Когда я получил либретто, — вспоминал Рахманинов, — я сразу же бросился домой, боясь потерять любую минутку. Я представлял, что сейчас сяду за инструмент и тут же симпровизирую, но половину оперы точно». Чайковский так приветствовал первое крупное произведение Рахманинова и всячески помогал ему в постановке к премьере. А премьера пришла блистательно. И Чайковский, который аплодировал стоя, попросил автора, чтобы в следующем сезоне уже исполнялись 2 оперы в один вечер. Опера «Олега» и опера Чайковского «Иоланта». Вот так начиналась судьба этого произведения. Она была написана по мотивам поэмы Пушкина «Цыганы». Либретто было перестроено для сцены и было весьма удобно для оперы, но в художественном и идейном отношении она очень уступала поэме Пушкина. И вот Рахманинов своей музыке сумел исправить и недостатки либретто, и сделать так, чтобы она зазвучала вместе, в унисон с поэмой великого поэта. А для этого он изучал творчество, и настолько оно ему близко было, творчество Пушкина, и как человеку, и как композитору. В центре оперы сложная, неоднозначная фигура Олега. Он пришел из неведомого для цыган мира. А ведь случился конфликт, столкновение свободных нравов цыган и одинокого, гордого Олега. Он хотел обрести свободу,
отрекшись от общества. Но именно общество стало его проклятием, которое помешало стать другом кочевого народа, а наоборот превратился в зло и горе для тех, кто его приютил. Открывается опера большой красивой картиной природы. На берегу реки раскинуты шатры. Везде ходят цыгане, жгут костры. Они готовятся к вечеру, к отдыху. Ничто не предвещает никакой трагедии. Хор цыган звучит проникновенно, спокойно, как бы рассказывая о дивной природе, которая окружает их, и о той мирной жизни, которая существует в таборе. Здесь и Олега. Он уже 2 года живет вместе с табором. Он отказался от дома, от общества, от друзей. Он живет с цыганами, увлекшись красавицей Земфирой, которая ответила ему взаимностью. Но вот что-то перестало ладиться. Старый цыган рассказывает грустную историю о том, как в молодости его бросила жена и ушла с цыганом молодым в другой табор, оставив на руках маленькую дочь, маленькую Земфиру. Грустная история, и цыгане не хотят ее дослушивать. Им хочется веселиться и радоваться, и поэтому они затевают танцы. Вот здесь, в этих танцах цыган, проявляется гениальность симфонизма Рахманинова, молодого, но уже такого зрелого композитора. 2 танца. Первый – это танец женский, в который гибкая, тонкая, изящная, капризная мелодия рисует страстных женщин-цыганок. 2-й танец – мужской, яркий и темпераментный. И Рахманинов даже успел найти для этого танца подлинную цыганскую мелодию. Танцы перерастают во всеобщую пляску, веселье и радость. И на фоне этого свершаются странные события. Земфира больше не любит Олега. Она увлечена молодым цыганом и договаривается с ним о встрече. Возвращается домой. Она видит Олега. Она становится у люльки с ребенком и поет песню, которая полна ненависти к своему старому мужу. Под покровом ночи она убегает на встречу с молодым цыганом. Олег остается один. И вот здесь на него нахлынули воспоминания. Сколько любви, нежности принесла эта встреча с Земфирой. И сколько горя и страдания она причиняет ему теперь. Начинается рассвет. Симфоническое интермеццо рисует картину природы, просыпающийся, и утро с розовым восходом солнца. Появляется Земфира и молодой цыган. Земфира очень боится, что выйдет Олега. И это случается. Выходит Олега и пытается обратиться к Земфире, вспоминая о тех временах, когда они были так счастливы. Но тщетно. Уже Земфира холодна, и чувства ее угасли совсем. Она пытается сказать цыгану, чтобы он убегал, но Олега преграждает ему путь и убивает его. Рыдающая Земфира проклинает старого мужа, и он в состоянии ярости пронзает ножом и Земфиру. Страшная трагедия. Цыгане выходят, видят жуткую картину. Такого не было в их таборе, мирном, добром. И нет у них судей, и нет у них мщения, но жить с убийцей они не хотят. Они изгоняют Олега из табора. И вот он остается вновь один на один
со своим одиночеством. Рахманинов. Опера «Алеко». Действующие лица и исполнители. «Алеко» — заслуженный деятель искусств Севастополя Михаил Игнатов. «Земфира» — заслуженная артистка Татарстана Динара Хавизова. «Старик» — отец Земфиры, лауреат международных конкурсов Сервер Кадиров. «Молодой цыган» — заслуженный артист Республики Крым Денис Бенько. «Старая цыганка» — заслуженная артистка Крыма и Украины Виктория Накарнеева. «Цыгане» — камерный хор «Таврический благовест» Крымской государственной филармонии. Художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Республики Крым Владимир Николенко. Хормейстер Татьяна Кучми. Севастопольский камерный хор. Хормейстер Татьяна Барсова, руководитель Владимир Ким. И Севастопольский государственный симфонический оркестр, художественный руководитель и дирижер, заслуженный деятель искусств Украины и России Владимир Ким.
наши сени кочевые в пустынях не спаслись от бед. И всюду страсти роковые и от судеб защиты нет. Однажды близ Когольских вод мы чуждый табор повстречали. Цыгане те свои шатры разбив близ наших у горы. Две ночи вместе ночевали. Они ушли на третью ночь. Бросья маленькую дочь, ушла за ними Мариола. Я мирно спал, заря еще сова. Пропал и след. Тоску я плакала Земфира. И я заплакал. Thank you.
со грустью тайной. Где ж радости любви случайной? Я волен от
как играют страсти, моей послушною душой.
гляни под отдаленным сводом гуляет вольная луна. На всю природу мимоходом равно сиянье ледяное. Yeah.
Мы не терзаем, не казним.
Виктория Накарнеева. Сервер Кадиров. Денис Бенько. Динара Хафизова. Михаил Игнатов. Камерный хор «Таврический благовест». Севастопольский камерный хор. Севастопольский симфонический оркестр. Мы сегодня вас все-таки не оставим без подарка. Мы еще не прощаемся с нашими исполнителями, пока мы их провожаем бурными аплодисментами. А сейчас подарок для вас. Рахманинов — художник, которому подвластны все тонкости эмоций человеческой души. И здесь и страстные порывы, которые мы только что услышали, и тонкая лирика, свойственная для его инструментальной и симфонической музыки. Третья часть второй симфонии – это погружение в мир сладкой лирики. Это упоительные моменты счастья. И это подарок для вас, для тех, кто ценит, кто видит, кто слышит красоту. Рахманинов, «Адажио».
благодарим еще раз всех участников, которые приняли сегодня участие в этом огромном празднике. Это правда большой праздник. И сегодня хотим вручить им дипломы за популяризацию оперной музыки Сергея Васильевича Рахманинова. Михаилу Игнатову. Динаре Хафизовой. Денису Бенько. Серверу Кадирову. Виктории Накарнеева. Камерному хору «Таврический благовест» руководитель Владимир Николенко. Севастопольский камерный хор. Хормейстер Татьяна Барсова. Севастопольскому симфоническому оркестру руководителю Владимиру Киму. Спасибо большое. Спасибо за ваши поздравления. И напоминаем, что 21 апреля вас ждет еще один концерт творчества Сергея Рахманинова. Приходите.